Между тем, вот уже 107-й день на дороге Лачо-Ханькянде продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Как сообщает с места событий наш корреспондент Эйнур Тофик, экоактивисты и представители неправительственных организаций не отступают от своих требований. И сегодня дорога, на участке которой проходит акция, открыта для беспрепятственного проезда автомобилей Международного комитета Красного Креста и Российского миротворческого контингента.